Музейная коллекция археологических находок Выборга расположена в историческом здании порохового погреба бастиона Панцерлакс, который в конце XVI века входил в комплекс оборонительных сооружений города, называемых Рогатой крепостью. В выставочном центре Эрмитаж Выборг эта экспозиция была открыта 2 года назад как постоянная, но с тех пор она неизменно пополняется новыми экспонатами, потому что раскопки в Выборге продолжают идти. Руководит ими известный археолог, доктор исторических наук Александр Сакса. Вопреки бытующему мнению, что Выборг ведет свою историю со шведских времен, первыми поселенцами здесь были такие народности, как ижоры, водь, карелы, проживающие на землях, принадлежащих Великому Новгороду. А шведы пришли сюда захватническими целями гораздо позже. При раскопках обнаружено много предметов рыболовства. На основании этого Александр Сакс утверждает, что хотя и в источниках рыболовства как промысел данной местности не обозначено, можно предположить, Выборг вырос из мелкого поселка, и рыболовство было тем самым экономическим фактором, который привел к его развитию. Выборг известен своим средневековым замком и архитектурой различных эпох. Это руины древних соборов, сооружения средних веков, культовые и гражданские постройки более позднего времени, в том числе и прекрасные образцы северного модерна. Однако до последней поры мало кто знал, что более чем 5-метровый культурный слой Выборга сохранил целый подземный деревянный город со своими постройками, уличными мостовыми, развитой дренажной системой и разнообразными историческими артефактами. Монеты, хозяйственный инвентарь, украшения, предметы торговли и бытовые вещи из металла, керамики, кожи, дерева и бересты позволяют увидеть все стороны жизни горожан.